блогер и музыкант Давид Манукян, который в январе расстался с Ольгой Бузовой, в сторис Инстаграм ответил одному из пользователей. Будет ли он что-то снимать с экс-супругом телеведущей, футболистом Дмитрием Тарасовым? По словам Манукяна, ему уже предлагали сняться в большом проекте вместе с Тарасом, но блогер отказался. Это неправильно, когда ты расстаешься, лезть в прошлую личную жизнь человека. Это очень низко, считает Давид. Он добавил, что если так кто-нибудь сделает публично, да еще и с Тарасовым, будет обсуждать отношения с Ольгой Бузовой, то разрешит своей многомиллионной аудитории отписаться от него. «Только дно может так сделать», – заявил он. Об отношениях Манукяна и Бузовой стало известно еще в 2019 году. Многие пользователи сети не верили в их роман и называли его показухой. В начале января этого года пара устроила свадебную церемонию на Мальдивах, которую тоже сильно раскритиковали, назвав ненастоящей. При этом сам рэпер позже заявил, что женат на Бузовой, а вскоре они расстались.